Расскажите, пожалуйста, чему был посвящен ваш доклад и какие вопросы рассматривать в ходе вашего выступления? Сегодня мы попытались осветить тему, как можно применять стандарты Банка России, точнее комплекс документов стандартов Банка России не только в банковской системе, но и в других отраслях. И как это будет выглядеть с точки зрения регуляторов. А какие сейчас вот вопросы наиболее актуальны, да, и интересуют специалистов в сфере информационной безопасности? Ну, собственно говоря, вопросов на самом деле очень много, да, можно разбить их на несколько групп. Первая группа – это взаимоотношения с регуляторами, вторая группа – это, собственно, как реализовать те требования, которые регуляторы выставляют, ну и целая группа вопросов, которые касаются практически его применения, того, что написано в стандартах и с этим связано. На все ли вопросы удалось вам ответить? Все ли было освещено? Я считаю, что в рамках того времени, которое было, удалось пообщаться практически по полному спектру вопросов. Ну, а, собственно, оценить, насколько качественно все это проходило, наверное, имеет смысл все-таки с того, кто был в зале, да, и удовлетворен ли он результатом нашего общения. Как вы оцениваете в целом мероприятие и аудиторию? Мероприятие проходит достаточно хорошо, на мой взгляд. Много стендов, много участников. Ну, есть немножко и организационные моменты, которые, скажем, вносят свои проблемы. Но в общем целом мероприятие, я считаю, удалось. Своей цели, да, оно достигает.